Ну что, вот все двигается, все настроено. Поставили настройки столкновения, поменяли шарик, добавили каунтер того самого, счетчик выстрелов, чтобы было интереснее. Ну и соответственно на этот объект добавили тот же самый ротирующий скрипт. Так, где там еще одна была? Собственно, скрипт по движению мышки был найден в интернете, но не понадобился. Тупо раскомментировал, что уже было сделано в оригинале. Вот и все.